конечно, чтобы это было круто и безопасно, мы с тобой наденем специальную защитную перчатку. Давай. И рукава немножко закатать, чтобы они тебе не мешали. Потому что сейчас будем отжигать с тобой не по-детски, давай другую руку. Итак, готов? Почти. Отлично. Сейчас мы нашу денежку на такой специальный зажим с тобой зажмем. И я тебе предлагаю ее сейчас хорошенечко искупать прямо в моем растворе. Готов? Держи за зажим. И окунаем стаканчик, ставим на стол. И хорошенечко сейчас окунаем нашу денежку прямо туда. Не бойся, не стесняйся. Осталось здесь сегодня без обеда. Итак, хорошенечко, хорошенечко купаем. Давай-ка я тебе чуть-чуть помогу. Отлично, все у нас получилось. Вымочили нашу денежку в растворе. И достаем. А сейчас, мой друг, держи, пожалуйста, ее вот так над чашкой. Только держи за колечки. Отлично, здорово. Ну что, друзья, смертельный номер поджигания 100-рублевой купюр. Считаем вместе. 1, 2, 3. Елочка, гори! Загорелась наша купюра. Но, друзья, смотрите, давайте поаплодируем. Ничего у нас не произошло. Снимай свои перчатки. Можешь ее потрогать. Ну как, она не разваливается, там в пепел не превратилась. Нет, даже практически сухая. Присаживайся пока на свое место. Можешь готова, держи за колечки. 1, 2 и 3. Елочка, гори! Все полыхает, горит синим пламенем, но снова ничего у нас не произошло. Горит там немножечко огонь от спирта внутри нашей чашки. Итак, можете перчатки потрогать. Ну что,